Дороги округа Сикрест стали излюбленным местом гонщиков. Здесь можно встретить лучшие машины и лучших гонщиков со всего мира. Но это место не вне закона. Постоянное соперничество привело к появлению самого быстрого в мире полицейского отряда – подразделение округа Сикрест по контролю скоростного режима. SCPD не жалеют средств на то, чтобы поддерживать порядок на дороге и заставлять нарушителей платить штраф. Погоня на предельной скорости начинается здесь. На чьей стороне вы? Вы сможете раскрыть весь потенциал Роудстера, сразившись с четырьмя другими гонщиками на побережье округа Сикрест. Используйте все навыки, чтобы победить и завоевать медаль. Ваша известность характеризуется уровнем розыска. Сейчас вы не очень активны, и SCPD относит вас к первому уровню – лихач. Великих гонщиков-победителей, приступающих закон стильно, относят к классу 20, наиболее разыскиваемый. Ежедневная активность отмечается наградами. Чем быстрее, опаснее и жестче вы ездите, тем больше будет награда. Побеждайте в заездах, опережайте соперников и будьте на шаг впереди полиции, чтобы получить доступ к новым машинам и поучаствовать в закрытых гонках. Ваша машина оснащена нитровпрыском. Используйте ее, чтобы ускорить разгон. Система заряжается при опасном вождении, по встречной полосе, при уходе от столкновения, дрифте на поворотах и срезках. Участие ограничено особыми требованиями. Вы можете выбрать любую из доступных машин. Некоторые машины станут доступны только когда вы повысите уровень розыска. Инженерам Porsche удалось реализовать давнюю мечту. Мечту о Родстере, спортивном, свободном и более близком к истокам, чем когда бы то ни было. Так был создан Boxster Spider, имеющий облегченную конструкцию и не обремененный дополнительным оборудованием для комфорта. Boxster Spider оснащен доработанной версией проверенного 3,4-литрового горизонтально-оппозитного боксерского мотора, расположенного непосредственно перед задней осью, и весит всего 1275 килограммов. По сравнению с двумя другими моделями ряда, ускорение стало заметно лучше, а управление точнее. Кондиционер, радио, чашка-держатель и рычаги открывания дверей отсутствуют. Это самый легкий из всех Porsche, созданный в соответствии с канонами, по которым создавался классический Porsche 550 Spider 50-х годов.
Добро пожаловать! Вы офицер SCPD, самого быстрого подразделения по борьбе с нарушителями скоростного режима. Вы начинаете со звания 1, курсант, предоставляющего ограниченные ресурсы. Вершиной карьеры является звание 20, верховный страж порядка, с доступом ко всем машинам и средствам ведения преследования. Ваша карьера в SCPD полностью зависит от ваших достижений. Все действия отслеживаются и учитываются в системе наград. Чем больше наград вы получите при выполнении заданий, тем быстрее вы будете получать новые звания. Повышения дают вам более широкий доступ к средствам SCPD, включая новые автомобили, спецсредства и задания. Процедура задержания заключается в установке автомобиля нарушителя, невзирая на нанесение повреждений. Для ареста нарушителя вы имеете право использовать любые доступные спецсредства. Ваша задача – задержать объект за кратчайшее время, сведя к минимуму его воздействие на население округа Сикрет. Автомобили перехвата снабжены системой впрыска закиси азота. Используйте систему, чтобы за счет ускорения сократить дистанцию до цели или воздействовать на нее другими методами. Если цель сильно оторвалась, у вас будет ограниченное время на снижение, пока вас не отзовут. Будьте рядом, будьте бдительны. Сегодня вы сядете за руль Ford Crown Victoria. Если вы докажете свою ценность для подразделения, командование обеспечит вас более экзотическим автомобилем. Удачи! RX-8, движущийся на юг в направлении Three Points Road. Подтверждаю, нарушитель превысил скорость. Необходимо подкрепление. Разрешаю использовать перехватчик. Направляю его к вам. Вас понял. Перехватчик включается в преследование. Прекращаю преследование. Начинайте. Дороги. Thank you.
Производство RX-8 было начато в 2003 году. С тех пор было продано 160 тысяч автомобилей по всему миру. Этот автомобиль получил признание более 50 мировых конкурсов, включая множество наград «Автомобиль года» в 2003 и в 2004 годах. Последняя RX-8 с обновленным кузовом и улучшенными характеристиками все так же актуальна, как и первая модель. Самой отличительной чертой RX-8 является Renesis – роторный безнаддувный двигатель, развивающий эффективную мощность в 232 лошадиные силы при сравнительно небольшом объеме в 1,3 литра. При отсечке на отметке 9000 оборотов этот двигатель, несмотря на свой небольшой объем, плавно набирает мощность и гарантирует водителю особое удовольствие от вождения. Даже в дизайне колес с пятью спицами прослеживается треугольная форма ротора двигателя. Одной из отличительных черт этого спортивного автомобиля являются двери на задних петлях, открывающиеся вперед. Отрицательно, патрульный. Сейчас мы не можем перекрыть дорогу.